Канело очень сильно нервничал. Конечно, он понимает, что Головкин очень серьезный боец. Есть такое же свойство, если нокауты проходят, то он просто сериями образовывает гематомы на лице. Ни одного точного удара мы с вами не видели. Но все-таки самое главное — поражает настрой Головкина. Олай болса, қарсыластың қандай қарымды екенін байқап отырмыз. Алғашқы сәттерден Геннадий қарсыласының осындай соққыларының бар тізгінде беріп қойға болмайды. Во втором раунде, и тогда, конечно, будет теряться в простейших ситуациях Канело. Дистанции, отрывать их и сближаться, затем бить точно в корпус, по печени. Сейчас снова ищет подходящего момента, уворачивается. В предыдущих поединках даже позволял пробивать себе по лицу, как бы умышленно давая преимущество и показывая таким, как Канело, что он не настолько хорош, и его, в принципе, можно приглашать. Канелоға өте қолайлы деп, ал Геннадийге осы арағашықты сақтап, соққысы жетер нүктені. Геннадий Головкиннің Джейкобсен өткен жекпе-жегі қасында сынға толы болды. Міне, ол да алаң ортасына шығып айқасуды жөн көріп тұрған жоқ. Шексіз қазақ елінің жанкүйерлері, Геннадийдің жанкүйерлері, міне, кезекті сол қолмен саған соққысы қарсыласына дарды. Смотрите, какой взгляд у Головкина, какие удары он наносит от него Канело. Да, он старается где-то играть на публику. Шансы соперников выровнялись. Победа Геннадия Головкина с 1,92 за Альвареса, 1,8. Вот пытался теперь за... усмехается над его действиями и снова идет вперед. Вот сейчас уже и Канело пошел на него, дорогие друзья. Қарсыласты да. Міне, енді соққылармен алмасқан сәт. Қапығалда оғармап қалған Альварестің соққысын көрдік. Бір дүниенің болатын анық сезген. Алайда бір раундтың ортасынан ауа бұрыштарға жақындап. Бұрышқа жақындап, кермеге өзіге асылатын байқап отырмыз. Міне, енді ережеге жат соққының барлығыш беріле қоймасы анық. Ал енді соққыны қалай жасайды екен. 4-5 соққы қатар, міне, қағыда қарсыласына соққы дартты. Бұл боксшылар қолғап түйістірген, ол әрине жолдастық, яғни жаттығу кездесуі болған сол сәтте. Дегенмен, естеріңізге сала кетейік, Геннадий Головкин демес. Қалап жүр. Қос бүйірден соққы жасауды қойған тәрізді Геннадий Головкин. Соперника, конечно, почаще пробивать, почаще наносить удары. В атаке поработать, но, как видим, первым номером чаще выбрасывает удары. Но, конечно, более серьезные соперники в лице все того же Альвареса, в лице Даниэля Джейкобса. Поэтому нужно понимать, что уже первые 2-3 раунда Головкин не будет укладывать своих соперников. Если, конечно... А очень хочется видеть именно большие бои, как сейчас, подобные этому. И снова Головкин пытается отблизиться, идет вперед. Нокаут болады деген жанкүйерлердің санынан бөлек былғар қолғаптарын сөйлеп атқанын байқап отырмыз. Міне, енді басталды. Расында да 9-ші раунд деген енді. Міне, маңдай тірестіріп, ашық айқасқа барды кім. Болдырған тәрізді. Міне, екі. Ал жойқын соққысын көрді. Ол тіпті шыбын шаққан құрлы болды деп айтудан ау. Бұл жекпе-жекке өте жақсы дайын екенін аңғартуда белгілі. Бір бұрышына тақап алып, немесе кермеге жақын. Не обоих боксеров, что Канело, что Головкин. Вот теперь уже мексиканец пытается захватить инициативу и чаще выбрасывает удары. Конечно, смотрите, как публика реагирует. Посмотрите, какая атмосфера на Т-Мобайл арене.
сейчас Головкин. И чем ответит ему соперник? Уже подустали Головкина. И сейчас основа. Ал 10-ші раундта. Сәл. Сәл. Геннадий әдеттегідей тықсыру керек сияқты қарсыласын. Өзінің әдісі сол ғой. Геннадий Головкин міне қарсыласын дәл қазір. Сәл теңселген тәрізді олай болса. Рил, конечно, сейчас Головкин должен идти вперед. Все-таки понимает, что времени мало. Он привык по ходу боя завершать свои поединки. И поединок против Даниэля Джейкобса лишь одно из немногих исключений. И снова Головкин присматривался. Канелы, когда он это сделал, конечно, стал чаще пропускать Альварес. И снова укрывается от удара Канело. Пытается пробить в корпус представитель. И секунды идти вперед, работать. И сейчас аплодируют зрители. Они в восторге от того бокса, который показали Головкин и Альварес. Каждый из них уверен в собственном превосходстве. Осталось только дождаться результатов этого боя, дорогие друзья. Этот бой состоялся. Мы с вами так долго его ждали. И он нас не разочаровал. Не разочаровал нас с вами. И наш соотечественник Трипл G. Он был сегодня на высоте. Adelaide Bird scores it 118-110 for Canelo. Dave Moretti scores it 115-113 for Triple G. And Don Trella scores it 114-114, a three-way split. This is officially a draw.